Всем привет! В сегодняшнем видео мы подробно расскажем о трех моделях 4216 Евро 3 двигателя. Я покажу видео конкретно, в чем они отличаются, в чем они схожи. Это самая первая модель, которая идет под узкие ремни. Гура нет, но отверстие под ремень гура есть. То есть ни на одном моторе из трех насоса гура, ни на одном двигателе ЗМЗ и ОМЗ насосы ГУР не установлены. Либо вы перестанавливаете свои моторы, либо устанавливаете новый. То есть комплектации у двигателя. Дроссель механический, производство Пикар. Генератор. ПАТЭ 90 ампер. Впускной коллектор. Также на 11-м моторе, вот под узкий ремень, стоит не САК сцепление, а обычное сцепление газ производства. У него болт смещен влево, то есть под металлический подшипник выжимной. И стартер. БАТЭ 1,8 кВт. Следующий мотор – это 4216, который самый распространенный под широкий ремень. То есть здесь шкив уже установлен под широкий ремень. Соответственно, другая муфта, другой шкив на помпе, соответственно, другой генератор. Не обращайте внимания, что он в таком состоянии. Просто он стоял на улице, немножко подмок, проржавел. Также установлен генератор БАТЭ 90 ампер, дроссель механический, здесь уже стоит сцепление САЧ, САКС, как кто как называет. Еще обратите внимание, обязательно САКС, оригинальный, Made in Slovakia. Если вы нашли в своем городе Made in Germany, значит, это китайская подделка. Ездят они по-разному, иногда срок эксплуатации сильно короткий иногда. И, соответственно, одна катушка зажигания. То есть отличие с этим мотором, это мотор идет с железной крышкой клапанной, с двумя катушками и с узкими ремнями. Соответственно, самый распространенный мотор под широкий ремень идет с одной катушкой, которая висит сбоку, с широким ремнем и сцепление САКС установлено. Следующий мотор – это что-то среднее между первым, который был с узкими ремнями, и вторым, который мы рассказывали, под широкий ремень. Он идет также под узкие ремни. Шкив, соответственно, есть для установки гура. На нем также установлен дроссель механический. Генератор БАТЭ 90 ампер. Сцепление САКС. И одна катушка. Соответственно, стартер 1,8 кВт. По характеристикам, которые указаны в паспорте, то есть с любым новым двигателем, который вы приобретаете, если он не снятый и у него идет паспорт и сервисная книжка, можете поставить на паузу, посмотреть по характеристике. У них у всех одинаковые. Все эти три двигателя устанавливались на автомобиле «Газель Бизнес». Который идет с двигателем ОМЗ 4216 Евро 3. С механическим дросселем.
У них есть переходная модель под электронный дроссель. К сожалению, сейчас он снят с производства. Если у вас 4216 Евро 3 с электронным дросселем, соответственно, вам нужно приобретать под механический дроссель и просто переставлять впускной коллектор свой, потому что если вы поставите Евро 4 под электронный дроссель, у вас будут вопросы, нюансы с ГАИ. То есть лучше делать так. А по технической начинке, то есть распредвалы и ОМЗ непосредственно стоят все одинаковые. То есть коленвал, распредвал, ОМЗ, 4216, они полностью одинаково идут. По ремням мы видим отличия: ремни, узкие ремни, широкий ремень, соответственно, опять узкий ремень. Технические характеристики всех трех двигателей, они одинаковые. Коленвал, головка блока, блок цилиндров, бизнес, головка блока, бизнес, шатун, поршневая. То есть технически они полностью идентичные. Также есть четвертое подразделение 4216 Евро 3 под ГБО, который выходил с заводским ГБО. Его тоже сняли с производства. К сожалению, мы не сможем вам его показать.